Вечер хорошего кино на Беларусь 4. Могилев. Мы все говорили об отъезде, но лишь один из нас однажды утром, не сказав ни слова, действительно уехал. Муральдо! Ты куда? Уезжаешь? Гуидо. Да, уезжаю. А куда? Не знаю, просто уезжаю. Не знаю. По вагонам. Отправление. Первый успешный фильм Федерико Феллини. О себе, о друзьях, о каждом из нас. «Маменькины сынки». 5 мая в 9 вечера.